Чрезвычайное положение объявлено на Южном Урале в связи с засухой. Челябинская область включена в перечень регионов, которым будет оказана финансовая помощь из федерального бюджета. Сегодня 36 работников Треста Магнитострой получат ветеранские звания. Это мужчины и женщины, которые отработали 30 и 25 лет соответственно. Кроме того, на празднике будут чествовать юбиляров. 8-й общегородской фестиваль адаптивного спорта сегодня стартует в экологическом парке. В нем примут участие физкультурники с ограниченными возможностями. В программе соревнования по легкой атлетике, дартсу и стрельбе. Сегодня днем в Екатеринбурге плюс 25-27 градусов. В Челябинске 22-24 тепла. В Магнитогорске 23-25 со знаком плюс. В Фершин-Пенуазе 21-23 выше нуля. В Кизельском районе плюс 22-24. В Верхнеуральске также 22-24 градуса тепла.